Почему не хочет идти вправо? Ну, кому? Он меня услышал? По-русски называется Бобик. 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 Да? Араки Куба, hay un gran grande jeep, se llama Patriot. Для Кубы хороший автомобиль УАЗ Патриот. УАЗ Патриот. Sí, es nuevo. Es nuevo ahora. Да,
есть такой. Масс-минус. Более-менее. Гранде, сын. Большой. Например, в Перу для русских ушей более понятно, чем, как говорят кубинцы. Перуанцы произносят звуки более понятные русскому уху. Хотя они тоже говорят очень быстро. Москвич 21 41 1 41
se llama. Да. ¿Y qué precio de este Москвич? Сколько он здесь стоит? De gasolina. На бензине? Да. 15-16 mil. 15 mil, 17 mil dólares. Sí. Ну вот 15 тысяч долларов. De gasolina. И на бензине. Puede ser del diesel. А сколько он может стоить на дизеле? 25-30. 25-30 тысяч долларов. Францез. А с каким двигателем? С французским двигателем Citroën дизельным. Интересно. Очень интересно. И сюда было до 80-90. И какого года выпуска автомобиль? 80-х, 90-х? El auto. El auto, sí. Es el Moscovich 41 del año 90, 90 tantos. Да, автомобили 90-х годов. Очень старые автомобили, очень дорогие. Во много-много раз дороже, чем в России.